В фойе представили фотовыставку работ художников, запечатлевших Андрея Тарковского и его окружение. Особенностью фестиваля этого года стало необычное открытие тарковских чтений. Мы впервые использовали для открытия площадку перед домом Андрея Арсеньевича, и звучали стихи Арсения Александровича Тарковского, звучала замечательная музыка и классическая музыка. Каким будет фестиваль в следующем году, пока неизвестно. В этот раз тарковские чтения посетили и именитые гости. А помимо благодарности высказали и пожелания на будущий год. Так кинорежиссер Вадим Абдрашитов хотел бы увеличить продолжительность фестиваля. Вы знаете, вы так замечательно встретили. Гостеприимно, вкусно, обильно, уютно. Ну что ж вы, 2 дня и все, до свидания, спасибо. Кульминацией завершения фестиваля стало выступление губернаторского симфонического оркестра. Зрители услышали известные композиции из кинофильмов Тарковского.